Из Израиля на прямой связи с нашей студией выходит Юрий Бочаров, политолог. Господин Бочаров, здравствуйте. Добрый день. Господин Бочаров, девятый день продолжается мирная акция азербайджанских активистов, волонтеров, представителей НПО. Отступать участники не намерены, пока их требования не будут выполнены. В свою очередь, вот Армения продолжает вводить мировое сообщество в заблуждение. И, видимо, основываясь на этом, Министерство иностранных дел разных стран сообщают о своей обеспокоенности. При этом мы видели, как автомобили Международного комитета Красного Креста, кареты скорой помощи, гражданских автомобилей беспрепятственно проезжают по дороге, что, в общем, доказывает, что препятствий для движения автомобилей гуманитарного значения не существует. Почему некоторые страны, или если обобщить мировое сообщество, вот так легко идет на поводу дезинформации? Ну, знаете, 30 лет Армения не признавала тот факт, что она оккупирует территорию Азербайджана. Да? И 30 лет часть мирового сообщества соглашалась с ней, часть мирового сообщества поддерживала Азербайджан. Вы понимаете, мы слишком много придаем значению такому понятию, как мирового сообщества. Все действуют, исходя из своих интересов. Только из всего. Поэтому то, что делает Азербайджан, он делает в своих интересах, и он делает правильно. Он решает свою задачу. К сожалению, в Армении несколько интересов, несколько группировок, даже несколько групп влияния изнаружи, так сказать, из вашего, так сказать, мирового, так сказать, общественного сообщества. У каждого из них свои интересы. Поэтому, когда они совпадают, кто-то замечает, что Армения права или не права. Когда они не совпадают, никто этого не замечает. Поэтому давайте так, надо делать свое дело до конца. Азербайджан уже доказал, что он умеет делать дела до конца в 44-дневной победоносной войне. То, думаю, он и продолжит эту политику и сегодня. И в тот момент, только в тот момент, когда Азербайджан побеждает, мировое сообщество ему аплодирует и признает его правоту. Во всех других случаях вас просто не замечают. К сожалению, это так. Несмотря на все ваши усилия показать миролюбивость своей политики, правоту и, главное, поддержку законодательных решений. Понимаете? И то, что сегодня оккупируется, якобы оккупируется Лачинский коридор, это территория Азербайджана, на которой Азербайджан вправе делать все, что угодно. И Азербайджан только из гуманных соображений пропускает по Лачинскому коридору туда и кареты скорой помощи, и наблюдателей, и еще прочего. Это, так сказать, то, что делает Азербайджан, но, к сожалению, мировое сообщество это не волнует. Поэтому давайте, как говорится, решать каждый свою задачу. Армения решает свою, воюет против вас на всех фронтах. Азербайджан, я думаю, решит свою задачу, добившись, так сказать, полного мира на своей территории. Господин Бочаров, ну вот вы затронули тему гуманизма. А как вы думаете, почему гуманное отношение и проявление гуманизма иной раз или вообще не замечается, или трактуется как слабость? Во-первых, у всех свои интересы, заметить это или нет. У всех свои интересы, как протрактовать. Хотя, вообще-то, знаете, мы живем на Ближнем Востоке, во всяком случае, и мы давно привыкли, к сожалению, что проявление гуманизма, да, вообще проявление такой мягкой позиции почему-то считается слабостью. Вот и все. Это мировоззрение определенных людей, мировоззрение большей части мира. Если ты слабый, если ты первый соглашаешься, значит, ты проиграл. Поэтому ничего в этом удивительного нету. Но опять же, это не отрицает того, что человек или государство принимает решение само, оно гуманно, оно демократично, оно следует законам, оно выполняет заповеди, оно любит людей, оно работает для людей или нет. Поэтому, знаете как, то, что Азербайджан проявляет гуманизм во многих позициях, пусть кто-то считает это слабостью, но главное для Азербайджана и для его народа, что они в душе правы.
Замечают ли это другие или нет? Господин Бочаров, благодарю вас за ваш комментарий. Большое спасибо. Спасибо и вам. Всего хорошего. Напомню, из Израиля на прямую связь с нашей студией выходил политолог Юрий Бочаров.